Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нита Ананда Саходитам Шри Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Яно Самайоктам Биндаванам Мано Ванча Калпатару Вашаки Пасинда Бевача Патитананг Павуне Бхавишна Бибью Наму Нама Муканкароти Вачаланг Пангунг Ланхайти Гирим Ньятки Патамаханг Банде Парамананда Мадамам Бриндавай Тулсидев Байпиявай Кесвасача Шнавакти Падидеви Саттаваттвай Наму Нама Нараяна Намаскритта Нарончайва Нароттамам Девин Сварасватинг Весам Татуджайо Мадхире Шанкиртане Кришна Катхопадеше Гаурия Патрашья Пракасанича Шадану Ракта Гуру Бхакти Йокта Бхакти Прамадакша Джагат Баруна Дхейям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Тетас Падам Сива Виринчинатам Сараньям Бхитатихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаранаравиндам Ятпада Паллаванака Чандамани Чатая Бишпуриджита Кимапигапавадушва Дарши Пурнанурагура Сасагура Сара Мурти Шарадхикамай Кадакипам Каруши Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. Аджану ламмита бхужау канака бодату, Санкетанай капитару камула ятакшу. Вишамбару диджавару джугадхармапалу Банде ягат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайра Вандито Дибба Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавану Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури нирантара вибуши тобам бхагам Нараяно прияманаṅга мада пхарам Варанаси пурапати бхаджави шанатам Ваги саджушва бадане лакшмир яса ча бхакшаси Ясьясте дей самбит Вам Нишингамахам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе Харе
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Tvang bhakti yoga paribhavita hitsaro juvasase shutek shitapatanunat pungsam jadi jade dhyata urugaya vibhavayati tattad vapu pranayase sadanu grahayo vam bhakti yoga paribhavita hitsaro juvasase shutek shitapatanunat pungsam Jad jad dhiyata urgaya vibhavayati tattad vapu pranayase sadanu grahayo. Gauriya Goshtipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told. There is such a magic spell. Gauriya Goshtipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что в служении великому Верховному Господу настолько великолепно, что никакая мораль, никакое и все остальное, оно становится бесполезными в сравнении с этим великолепным служением Верховному Господу. Если кто-то будет критиковать нас, что мы ведем себя так или иначе, то мы все равно с великим вдохновением примем все это. И вот Шрила Прабхупада сказал, что такое уникальное великолепие в служении Верховному Господу, что перед этим любая мораль или какие-то обязанности или что-то еще, оно становится бесполезным и не имеет никакого значения. Если все общество критикует нас, почему вы ведете себя так или иначе, то я приму это с радостью, поскольку я хочу совершать Харисеву, Кришнасеву. Кришнасева, она настолько важна, настолько прекрасна, что обусловленные души не могут осознать великолепие этой Кришнасевы. И в шастрах мы находим такие слова, что если мы совершаем какие-то действия, которые не одобрены шастрой, дхармы, но все же это есть дхарма. Если мы находим, что кто-то не следует внешней дхарме, согласно вашим представлениям, вашим суждениям, и вот если мы найдем, что такой человек не следует дхарме, но разные дхармы есть, которым следуют люди, находящиеся в обусловленном состоянии. И вот когда мы находимся в этом обусловленном состоянии, то различные дхармы приходят к нам, как телесная дхарма, шарир дхарма, мана дхарма, какая-то самадж дхарма, самсар дхарма, различные такие идеи дхармы, они приходят к нам, но можно вспомнить, я уже сказал, что в Шримад Бхагаватам Махапуране, в прославлении, там Гокарна Махарадж говорит перед своим отцом Атмадевом, и вот там он говорит: и вот перед отцом Гокарна Махарадж Махагьяни, он говорит, он Махабхагавата: «О, отец, ты должен следовать Бхагавад-дхарме безупречным способом, образом. Бхагавад-дхарме кто-то следует только в картике, а в другие в другое время не следует». И вот если кто-то критикует за это, то пускай критикует, это их дело, они не смогут спасти нас от неминуемой опасности. И поэтому в тот день я говорил вот эту шлоку. Питан сасят на саджанани на сасят, дайван на тасят, патин на тасят,
Смерть, она неизбежна, и если вы не можете видеть, что смерть, она стоит перед вами, и такое же предостережение было дано Видуре. Можете вспомнить великий Видура. Он говорит своему старшему брату Дритарастре. Дритарастра, он слеп, но хорошо, слеп это не так плохо, но его сердце слепое, это гораздо хуже. Если вы физически слепы, то проблемы нет в этом, поскольку вы сможете видеть Верховного Господа и все остальное. Но если ваше сердце слепое, это гораздо хуже, вы можете вспомнить, что великий саду Сурдас Махарадж, он был слеп также, и что он все равно мог видеть Верховного Господа, поскольку его сердце не было слепо, но Дритараштра, его сердце было слепо, и обязанность Видуры Махараджа показать путь. И поэтому Видура пришел в Хастинапур, и Юдхиштхира Махарадж и все остальные, они были очень вдохновлены видеть лотосные стопы Видура. Видура, они плакали. И вот ты ушел, оставив нас, и мы не можем видеть тебя больше. И Юдхиштхира Махарадж говорит, плача, говорит, Вай на Сантастина Брабидаха. Ива in your heart, и вот в твоем сердце мы можем видеть Верховного Господа. И вот внутри сердца Видуры Верховный Господь находился. Поскольку внутри сердца лотосные стопы Верховного Господа не там, и поэтому Видура пришел, чтобы утешить Дритараштру, чтобы показать ему путь к спасению. И ночью, когда Юдхиштхира Махарадж встретил его и сказал, ты должен стыдиться, что ты живешь в том месте. То есть ты живешь в доме того человека, которого хотел убить, которому хотел всячески навредить, и сейчас ты живешь в его доме и ешь его еду, и ты как собака. Ешь то, что дает тебе Бхима. И после того, как битва на Курукшетре закончилась, все же Дритараштра хотел убить Бхиму. Он был очень завистлив, зол, но таким образом Видура хотел пристыдить его и хотел рассказать его плохом будущем. И вот он давал наставление ему, чтобы он подготовился. Кто-то готовится к экзамену, кто-то еще к чему-то. Но мы должны подготовиться к тому, чтобы оставить этот мир. Это очень важно. Перед тем, как оставить этот мир, мы должны подготовиться к этому. И это зовется баджаном, как самым наилучшим образом оставить свое тело, погрузившись в мысли о Верховном Господе и воспевая Его святые имена, имея огромную любовь ко всему миру. Если у вас есть какая-то зависть или ненависть во время смерти, то вы вынуждены будете вернуться. И поэтому вы должны видеть весь мир в связи с Верховным Господом. И это техника баджана. И по наставлению Видуры Дритараштра, он ушел и в итоге обрел какое-то благо. И здесь та шлока, с которой я начал, она очень важна. Здесь говорится, что
Если ваше сердце полно бхакти, бхакти значит служение в монастырении, служение и в те... Я раньше говорил о том, что когда вы обнаружите, что все ваши органы чувств вместе с умом, все, они всегда заняты служением, и все ваши органы чувств вместе с умом, они вдохновляются, чтобы совершать служение, и совершают это служение. И таким образом вы можете повторять Харинам. Вы можете вспомнить, что Харинам и Хари, они не отличны друг от друга, что хотелось сказать Шри Чайтанья Махапрабху. Мы будем говорить об этом подробно. Наша сегодняшняя тема очень высока. Это према, которая может полностью насытить и удовлетворить нашу жизнь. И когда все наши органы чувств и ум, они заняты служением Верховному Господу, и тогда и только тогда мы сможем совершать Харинам и встретиться с Верховным Господом. Это то же самое. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад говорит, что повторять Харинам и встретиться с Верховным Господом — это то же самое. Мы должны осознать это в своей жизни и не идти ни на какие компромиссы ни с кем, даже с родителями или еще с кем-то. Относительно чистой преданности мы никогда не должны идти на компромиссы, поскольку на пути чистой преданности никаких компромиссов не может быть. Если мы идем на компромисс, то тогда это значит, что мы оставляем что-то хорошее и берем что-то плохое от кого-то. Это значение компромисса. И вот такой компромисс, он не позволен на пути чистой преданности. И вот, когда ваше сердце полно любви, и в этом случае главное наставление, путь, показанный Шри Чайтанья Махапрабху, это мы должны зависеть от Шарута Пантхи, если мы не... И наша главная проблема — то, что мы не следуем этой Шарута Пантхи. Из-за нашей слабости сердца мы не можем принять какие-то наставления, но Шрила Прабхупад говорит, что мы должны следовать Бхактивинод Гауравани, и это зовется Шрута Пантха. Если мы хоть немного отклонились от этого пути, то мы попадаем в великую опасность. Будьте осторожны. И вот согласно этой Шрута Пантхе, Шрила Прабхупад часто говорит, что абсолютная истина, Верховная Личность Бога, если мы хотим видеть ее своими глазами, ее или кто-то видит на Удипу каким-то скверным местом, где много отелей и прочего мусора, или Вриндаван видит только канализацию, там это не правильный даршан. И таким даршаном мы не можем увидеть божества и все остальное трансцендентное. Но мы должны зависеть от Шрута Пантхи. Эти Шрута Вани, они дадут нам достаточно силы, чтобы сорвать материальное покрытие с Вриндавана или с Навадвипы, чтобы увидеть это таким, какое оно есть. Мы слепы, мы не можем видеть. И вот в этом киртане Чокшудана Диладжи Джанмаджан Прабхусей говорится, что тот, кто дарует мне трансцендентное видение, он наш господин, он наш гурдев из жизни в жизнь. Кто-то во Вриндаване у меня спрашивал, что в следующей жизни мы получим того же гурдева, если не будем успешны в своем баджане в этой жизни.
Но люди не понимают Гуру Таттва, и поэтому спрашивают, так, Гуру Таттва, она Аканда Таттва. И изначально Гуру они едины, может, Гурудев явился в форме Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа, чтобы спасти меня. Может, он явился в вашей жизни как в форме Шрилы Бхакти Дайты Мадхава Госвами Махараджа, это может быть. И вот Шрила Прабхупад обычно говорил, что Гурупад Падма Баладев Нитьянанда, они путешествуют по этому миру, чтобы спасти обычных людей, обусловленных душ. И из-за их беспричинной милости они спасают этих обусловленных душ, и это единственный путь, через который мы можем обрести какое-то благо. Прямо у нас не может быть связи с Верховным Господом, это невозможно. Верховный Господь находится на таком возвышенном, трансцендентном уровне, что в обусловленном состоянии мы не можем обрести никакую связь с Ним. Несколько месяцев назад Махарадж говорил о том, что в обусловленном состоянии мы не можем обрести связь с Верховным Господом. Это невозможно, но Верховный Господь может дать нам привилегию, чтобы мы обрели крипу через Гуру и Вайшнавов, не прямо, а вот через Гуру и Вайшнавов. И поэтому в Бхагавата Махапуране обычно говорится, и вот обычно мы это обсуждаем, и также во время явления Баладева то, что все обусловленные души находятся в этом материальном мире, и те саду Гуру Вайшнава, они приходят в этот материальный мир, чтобы дать нам решение нашей такой плачевной жизни. И много вопросов может возникнуть. Кто-то вот только что с тоном сказали, что Верховному Господу невозможно понять то, что происходит в этом материальном мире. И как тогда Верховный Господь и Гуру Вайшнавы, которые его посланники и находятся на трансцендентном уровне, и как, находясь на этом уровне, они имеют связь с Верховным Господом и видят, что происходит в этом мире. И Джива Госвами говорит, что да, Верховный Господь и его преданные, они находятся на одном уровне, но все же Верховный Господь посылает всех посланников, своих личных спутников, Гуру Вайшнавов, и они не обретают связи с обусловленными душами непосредственно, но это происходит подобно сну, как во сне кто-то видит какое-то горе чье-то или прочие какие-то такие плачевные ситуации и выражает ему соболезнования в этом сне. И таким образом Джива Госвами Пад говорит, что Гуру Вайшнавы также они не соприкасаются с этим материальным миром, но когда они пытаются спасти обусловленные души, не думайте, что они могут пасть в любой момент. Это неправильно, поскольку Гуру Вайшнавы, если они спасут нас, а сами падут в процессе этого спасения, то как можно сказать, что они спасители падших? Это невозможно. И поэтому Патита Павана и вот этот Патита Ударан Бандху, значит, тоже они могут спасти нас, но сами они не падут в процессе спасения. Но обусловленные души в форме саньяси и ачарий, они проповедуют и иногда падают. И это говорит о том, что они не утвердились в Бхагавад-дхарме. И поэтому они не могут спасти никого по-настоящему. И никакого блага другим не могут принести. И в тот день я говорил перед Нарадой, Питамаха Бишма, Брама, точнее, Питамаха Брама, говорит: «О, мои дети, я скажу вам все о сокровенной сути Бхагаватам, Бхагаваттва Вигьяны, но это не значит, что вы должны злоупотреблять этим». И вот
божественным знанием тоже можно злоупотреблять. Так много бесчисленных случаев. Кто-то получает это знание от Гурудева, может, оно еще не зрело, но все же люди могут уже злоупотреблять им. И поэтому Шрила Прабхупад часто говорил, что те, кто приходят в Гаудимат, чтобы злоупотреблять божественным знанием, которое у нас есть, то они не имеют никакой связи с ними, и Гаудимат не может иметь никакой связи с ними. И вот таким образом много возможностей злоупотреблять божественным знанием, но Чайтанья Махапрабху никогда не говорил нам этого. Шрила Прабхупад, он плакал и говорил таким образом, что вы пообещали мне совершать Харибаджан, и сейчас вы обманываете меня, это плохо. Вы все пообещали мне, что вы можете совершать Харибаджан, я вынужден был помочь вам, и сейчас вы обманываете меня, это плохо. И вот Нарада Махарадж, он получил это наставление от Питамаха Брамы, и Брама говорит: «О, мой сын, ты не должен злоупотреблять этой Бхагаваттатвой». И вот мы должны вести себя совершенным образом. Наш характер должен быть идеален, и те, кто проповедует, у них должна быть стопроцентная любовь ко всему миру. Иначе они не должны проповедовать, если у вас нет недостаточно любви ко всему миру. И если вы не относитесь ко всему миру, как к своим детям буквально, если вы чувствуете, что весь мир, и что нет у вас никакой враждебности ко всему миру, а просто вы ощущаете весь мир как нечто свое родное, то тогда вы можете проповедовать, иначе с каким-то мотивом вы можете негативно проповедовать, что плохо. И таким образом Брама говорит Нараде: у нас есть два великих ачарьи бхакти. Первый — это Шанкара Бхагаван, и второй — Нарада. Они проповедуют великолепно, без каких-либо корыстных интересов. Любые стотры, любые писания можно видеть, что там либо Нарада их произнес, либо Шанкар Шива. И вот во всех писаниях практически эти два ачарьи, они дали нам почти все. И вот Нарада, он получил наставление от Брамы, и Брама говорит, что ты должен говорить об этой Бхагаваттатве, чтобы спасти обычных людей, а не для того, чтобы получить что-то от них. Ты должен говорить так, чтобы они обрели огромное бхакти. Как в экономике есть такое понятие мотивация, но это не совсем то. Что я хочу сказать, что когда мы обретаем дикшу от Садгуру, когда мы слушаем харикатху от возвышенной личности, то автоматически мы получаем вдохновение, чтобы занять себя в харисеве. Тут это мы можем говорить вдохновение или мотивация. В этом случае оно, вот слово мотивация, больше к экономическим факторам относится. Это материальные слова. Они не совсем подходят, но Ачарья Татва настолько великолепна, настолько уникальна. Ачарья, значит, своим собственным примером он вдохновляет других. И мы таким образом вдохновляемся совершать Харисеву, так же, как совершал наш Гурдев, который был круглосуточно, все 24 часа занят в служении. Шрила Прабхупад говорит, те, кто круглосуточно занят в служении в Харисеве, они чистые вайшнавы, они парамахамсы. Парамахамса вайшнавы, они служат Верховному Господу всегда. У них нет времени заниматься чем-то другим.
они совершают служение, и поэтому в Бхагаватам говорится, что и в Вайупуране можно получить такое наставление. In Vayupuran also, Vanchava Guru, Vishnu Bhyo Namo. In Vayupuran also, и вот в Вайупуране тоже можно найти. In Vayupuran, you can find instruction that Achi Noti Yaswaswartham Swayamachari Sthapyati Api Swayamacharati Yasmat Acharya Stena Kritita. He is Acharya, because he is вдохновляет нас, производит впечатление на нас своим собственным идеальным примером. Его поведение, его характер настолько идеален, как его значение саду. Как можно понять, что саду, какой-то саду очень важен? Кто-то думает, сколько людей внешне следует ему. Тысячи людей кому-то следуют, и кто-то думает, что он хороший саду. Но мы не можем найти, что много людей следовало Гуру Кишордас Бабаджи Махараджу, и поэтому количество последователей — это не признак. Но мы можем очень просто обнаружить, если он находится на пути шаутования, если он следует всему безупречно, без отклонений, и все это проявилось в практическом виде в его жизни, то тогда мы можем понять, что он по-настоящему совершенный ачарья, поскольку не все могут понять, кто такой совершенный ачарья, а кто нет. И вот мы можем получить вдохновение. Обусловленные души не могут вдохновиться совершать харибаджан до тех пор, пока они не увидят сияющий пример перед нами. И вот поэтому я тоже должен посвятить свою жизнь. Если вы оставляете что-то для себя, сочетание Махапрабху не может ничего сделать, если у вас какая-то корысть. И вот я могу пример привести. Махапрабху идет в Миднапур, в Тамбло. Это место, и какие-то преданные следуют ему. Имя преданного не столь важно в этом случае, но Махапрабху принимал просад в одном месте. И после этого Махапрабху говорит: «Дай мне мукашудхи». Это для усиления пищеварения какие-то эти специи. И вот преданный дал ему это, и после этого Махапрабху на следующий день говорит то же самое: «Есть у тебя мука шудхи, давай». Откуда ты взял это? Ну, с позавчера осталось. И Махапрабху сказал, что дальше ты не можешь со мной идти, уходи. Ты ведешь себя как домохозяина, не как отреченный. Шрила Прабхупад объяснял это часто. Гриха-метха и Санкиртан-метха — очень важная вещь, мы должны сконцентрироваться на этом. Гриха-метха и Санкиртан-метха — это противоположное. Гриха-метха значит, что я грихастха, вы критикуете меня, нет. Может, вы грехастка, но внешне вы полностью посвятившая себя душа, имеющая огромную любовь к Гуру Вайшнавам. И таким грехасткам я выражаю свое почтение и кланяюсь им. Вот о таких я не говорю, но есть такие люди, которые приняли саньясу, но после этого у них есть такие, ведут себя как домохозяева, и это очень опасно. Их такое умонастроение домохозяев очень опасно, то есть те, кто приняли отреченный уклад жизни. И вот, а если вы санкиртан-метха, то Махапрабху доволен вами, и я могу сказать, что вы из Гауди-миссии, из Гауди-матха, иначе нет. И вот один преданный, кто полностью посвятил себя санкиртана-яге, то Махапрабху, он
Он говорил о санкиртан-медхе и грихаметхе. И вот если мы будем развивать наш умонастроение грихаметхи, то это то мы можем, конечно, видеть, что какие-то люди находятся рядом с Гуру Вайшнавами, но понять смысл их жизни не все могут. И вот, как перед Шанкара Бхагаваном много привидений и всяких ведьм, но это не значит, что они общаются с Шанкара Бхагаваном. И вот Шанкар Бхагаван, чтобы обрести общение, настоящее общение с Шанкаром Бхагаваном, нужно осознать его вани-сварупу, его учение. И вот мы должны понять сначала о вани-сварупе Гуру Вайшнавов и Бхагавана. И вот сейчас я возвращаюсь к той сиддханте, в которой вот к этой шрута. Шрута, значит, мы должны сначала слушать и потом смотреть, потом процесс смотрения, видения может прийти. Сначала шрутакшита патва. И вот процедура в том, что мы должны сначала слышать шрута пантву, и потом даршан в нашем сердце явится, и потом мы можем видеть. Шрила Прабхупада говорит, что глупо полагать, что вы можете посмотреть на что-то своими глазами и осознать своим умом. Вначале мы должны зависеть от Шраута Панхи. Мы сначала должны стать зрелыми, и потом это произойдет. И вот чатушваны, даже в трансцендентном мире, вот эти чатушваны, один из них, когда говорит харикатху, то все остальные слушают. И Нава Ягендра тоже, один из этих девяти Ягендр, говорит, то остальные восемь слушают. И вот такова процедура. Вначале мы должны зависеть от Шраута Панхи. И мы должны пойти к настоящему источнику, в котором есть Апракрита Шабда Брама, где это трансцендентный звук, трансцендентная харикатха есть. Мы должны приблизиться к нему и зависеть от него с великим терпением ждать. И постепенно мы обнаружим, что наше сердце очистилось, и мы развили, мы стали зрелыми, чтобы видеть, что есть что. И вот следующее. Уругая значит Пуругая, все риши и муни, Гуру Вайшнавы, они воспевают славу Верховного Господа. Уру значит Пуру, Урукам, как значит Пурукам, некто великий, и его слава. И вот то, как мы думаем о Верховном Господе в своем сердце, поскольку Наратам Такур так же говорит. Когда мы совершаем баджан, если мы думаем о что-то, то когда мы достигаем уровня садхана сиддхи, то Наратам Такур говорит, то, что вы совершаете в садхане, вы обретете это как вашу цель. Это не так, что вы занимаетесь всякой ерундой и потом обретете Кришна Прему. Это невозможно. И всю жизнь мы должны пытаться стремиться всем сердцем. Так много людей
неправильно понимают это. В Южной Индии Махапрабху говорит Куштивипре, что ты можешь идти, и это мое наставление, и попытайся спасти тех людей. Но смотрите, вот это шлока Амарагья, Махапрабху сам дал ему это наставление и вложил силу в него. Гурварга говорит, что мы не можем изменить ни одного слова в киртане, поскольку это очень опасно. Наша Гурварга на этом таку и Шрила Бхактивинода Тхакура, когда дали нам эти киртаны, и мой Гурудев тоже говорит, что если вы всем сердцем поете эти киртаны, то эта сила, которая находится в этих киртанах, она явится в вашем сердце. А если вы меняете что-то, какие-то слова новые придумываете, то это не произойдет. Вот в Девананда Гаудия Матх недавно спор был у меня, попросили написать что-то. И вот я написал со всеми доказательствами ту сиддханту, которую они просили. Кто-то, кому-то это не понравилось, но... Вот. Вначале мы должны зависеть от Шрутапанхи и потом от того, как мы совершим, и также то, чего мы хотим достичь в баджане, то когда мы достигаем совершенства, мы оставляем это, достигаем этого. И вот кто-то говорит, что вот в киртане Наротам Такура такие слова есть, что кому-то, кто-то обретает прему, не совершая баджан, но это особый случай, когда Махапрабху приходил. И вот в этой шлоке говорится, и это был особый случай, даже мусульмане, которые помогали как-то Махапрабху. И вот один мусульманин помогал Махапрабху переплыть через реку на своей лодке. И он обрел прему. Но Наротам Такура, если это пишет, то мы должны правильно понять этот киртан под руководством Гуру Вайшнавов. А сами мы, если будем пытаться понять, то что-то иное может возникнуть, поскольку те обусловленные души, они пытаются... как-то упростить все и под свой стандарт поведения подвести. И вот говорится, что демоны, они тоже цитируют Писание, но мы должны идти к правильному, достойному источнику, и вот там мы находим... Наротам Такура говорит, что кто-то обретает прему без служения, но этот же народ там в другой книге, забыл где точно, но там говорится, что нужно совершать харибаджан совершенным образом. И таким образом мы должны получать смысл всего от Гуру Вайшнавов, а не пытаться понять сами. И вот Махапрабху дает нам наставление и дает способность следовать этому, как вот этому Куштивипре он сказал, чтобы он проповедовал и дал ему силу для того, чтобы проповедовать. А есть люди... которые вот цитируют эту шлоку, что нужно идти и проповедовать везде. Но это, опять же, Махапрабху говорил не всем, а этому конкретному преданному и дал силу для проповеди. И что случалось дальше? Когда он вернулся в свою деревню, он, этот Куштивипра, он мог изменять сердца других.
Если Махапрабху дал указание ему, то также он дал возможность соблюдать это указание. Когда Махапрабху сказал Санатане, чтобы он составил, написал какие-то книги, он сказал, что я не могу ничего сделать до тех пор, пока ты не благословишь меня, не поместишь свои лотосные стопы ко мне на голову. И Махапрабху сделал так и сказал, когда ты будешь это делать, то Кришна дарует тебе силу вспомнить все. И таким образом Махапрабху он дал особую силу этим особым преданным. Но также нужно вспомнить, почему Махапрабху сделал так, поскольку у него была огромная любовь к Кришне, к Шри Чайтанье Махапрабху. Махапрабху уже ушел, но он, когда узнал, он начал плакать и причитать. И Махапрабху, услышав это, он вернулся и обнял этого преданного Кукушти-Вибху и сказал, что иди и проповедуй. И вот без баджана, без достижения совершенства, если кто-то говорит, что это приказ Махапрабху действовать всем как ачарьи, но это неправильно, это неправильный сиддханта. И таким образом мы должны быть очень осторожны. И мы сейчас пришли к тому, что мы думаем о своем Иштадеве, поклоняем Господе, и согласно этому мы достигнем совершенства. Как я могу пример привести? Кубджа. Садарани, Саманджаси и остальные. Рати, Бавы. И вот это Кубджа. Кришна сказал, я могу исполнить твое желание, не волнуйся. И она думала о том, когда я могу стать успешной. Она хотела получить общение с Кришной, не с Нанданадана Кришна, а Мадхурадеш Кришна. И вот она день и ночь думала о нем, и Кришна исполнил ее желание. И таким образом мы видим, что согласно нашему баджану мы можем обрести сиддхи. Я пример обычно привожу. Во Вриндаване Туласидас начал баджан. И после того, как достиг совершенства, Кришна явился, чтобы даровать ему свой даршан. И Туласидас был очень счастлив, принес свои поклоны. Но все же Туласидас сказал: «О Господь, мой поклонимый Господь Рама, хотя я знаю, что ты Кришна, и ты Рама, не отлично от него, но все же я хочу видеть моего поклонимого Господа. Можешь ли ты принять его форму?» И тогда Шри Кришна явился в форме Рамы. И в Дампарикамаканде мы можем найти историю по одного чистого браманова, который день и ночь поклонялся Варахадеву на Коладвипе. И Варахадев явился и благословил его. Васудев Випра звали этого брамана. И вот согласно нашему баджану мы можем достичь совершенства. И вот Нарутам Такур говорит: Садан саран лила тахатена кару хела кай мане кориа сушар. It's a deep meaning of this word. Not what I want to mean. What I want to see. Want to say. Not what I want. И вот Нарутам Такур говорит, что мы должны совершать баджан и памятовать лилу и не и в процессе этого баджана никакого пренебрежения к нашим этим обязанностям баджана не должно быть.
И вот эти слова значат, что мы своим телом должны служить Абсолютной Цели Верховному Господу, но как под руководством чистых вайшнавов, где у нас есть возможность слушать настоящие Вани Вайбах. И Кай значит тело, Мон значит ум и все остальные органы чувств, они должны быть в гармонии с Садгуру Вайшнавами. Скорее Суша значит гармония и решение, и тогда и только тогда вы увидите зеленый путь, зеленый свет на вашем пути, и что Нарутам Такур говорит нам. И вот таким образом, здесь Адвайта Гасай, он сам Махавишну Джагадкарта, и Махапрабху золотого цвета, он вынужден был явиться, и таким образом в сердце Мадхавинды Пурипада он также явился, хотя в то время Гуру-аватар физически еще не явился в этом мире, но Гуру-агга говорит, что такая према, она невозможна без милости того Гуру-анги Махапрабху. И вот сейчас я хочу обсудить, как совершать према-сева. Према-сева — это наша наивысшая цель. Будьте осторожны, не пытайтесь это как-то связать с тем словом, которое вы уже знаете. Слово «према» — оно отлично от слова «любовь». Это нечто совершенно иное. Любовь и према — это абсолютно разные вещи. В урду, например, любовь иск называется. И если мы будем сравнивать, это оскверниться материальным таким пониманием. И это слово «любовь», оно не, точнее, према не применимо никакой обусловленной душе. Пытайтесь снова и снова вспомнить это слово «парама». Оно неприменимо никакой обусловленной душе. И слово «парама» перевести на английский сложно. И вот «парама» — это слово, оно не применимо к обусловленным душам. Те, кто обусловленные души, могут выражать свою любовь кому-то, но даже я пример могу привести, как, который привел Шрила Прабхупад, как этот вот этот Рама и Джульетта, Лейла и Мажну, вот их этот их любовь, согласно западным представлениям, она идеальна. И в Махабарате, пример Нала и Дамаянти, о них любовь огромна друг к другу. Но все же мы не можем этот пример привести, поскольку эта любовь, она также осквернена. Она, несомненно, осквернена, поскольку слово «према» мы не можем даже произнести. Это термин «према», он очень высок. И для меня невозможно произнести это слово «према» правильно, поскольку если я не чувствую, что это значит, что толку его произнести. Сначала вы должны почувствовать, что такое према. И вот Шри Чайтанья Махапрабху, он говорит, что према — это наивысшее решение всех, всего. И как же определить это слово, что такое према? При вот это слово происходит это слово. Но Шрила Бхактивинода Такур говорит, что према это слово определить его. Шрила Бхактивинода Такур говорит,
Как, что такое према, мы не можем объяснить языком, какая-то санскритская грамматика или другой язык его недостаточно, чтобы представить точно, поскольку из-за влияния майи это искажается. Когда вы видите Гуру Вайшнавов или Верховного Господа, то перед вами всегда покрытие майи, и поэтому ваш даршан несовершенен. Майя-деви не позволяет вам видеть. Но когда вы достигаете того уровня через Гуру Сева, вы должны отказаться от любых инструментов для обретения бхакти, они не нужны, если вы достигли наивысшей цели прамы. И вам так, как так? И вот, как говорится в этом киртане, этому вы должны следовать. Гуру Мукха Падмавакья. Гуру Упасана, Упа, Асана, Упа значит рядом с Гурудевом, мы сделали какую-то асану и не отклоняемся, а смотрим на Гурудева. Обусловленная душа хочет всегда уйти как-то от Гуру и Вайшнавов. Они не могут находиться рядом с Гурудевом, поскольку Гурудев — это образ абсолютной истины. Абсолютно истинный. Это Бхагаван, его преданные, они тоже его олицетворение. Чтобы встретиться с абсолютной истиной, вам нужна какая-то сила. Обычные люди не могут встретиться с абсолютной истиной. Они хочется уйти куда-то сразу. И вот в Раджавасе говорят, что в храмах не все могут жить и совершать служение, приходятся и очень часто уходят. И вот сила Бхактинода Такура объясняет это слово према. Что такое према? Према — это процедура, через которую одна дживатма может чувствовать влечение к другой душе. Дживатма в чистом состоянии, без, свободном. Дживатма в чистой форме. Когда дживатма, ее покрытие майи ушли, поскольку к материальному телу према не применима. Если кто-то объясняет прему как любовь между людьми, то это не так. И телесное лечение – это никакая не према. Тонкое тело, если вы будете думать о тонком теле, это тоже осквернено. Такое понятие, если вы… И вот ум, тело… Мон Будхи, Чита, Аханкар, ложное эго и разум, Чита, сердце, все это в, но все как бы одно, но согласно их функциям это на четыре названия разделяется. Даже если сукшма деха беспокоит нас, то до того момента мы не можем харинам воспевать, и поэтому Шрила Бхактивинода Тхакура в своих киртанах очень просто объясняет. Вот Лингабанга Хуяна Яса, очень важные слова, то, что мы должны воспевать Харинам искренне, по крайней мере искренне, чтобы сердце Кришны оно растаяло, что он видит, что мы пытаемся искренне повторять Харинам, и Кришна, он захочет явиться перед нами, как Дхрува Махарадж, он звал Кришну, и Кришна вынужден был явиться.
Так или иначе, все гопи, когда они плачут, когда Кришна, когда в Гопи-гите, когда они потеряли Кришну, то они настолько сильно плачут, что Кришна не мог находиться в другом месте, он вынужден был прийти. Гурупад Падма говорил эти слова и смеялся. Кришна хотел явить различные лилы перед гопи. Иногда четырехрукуфому являл, иногда еще что-то, но они приходили перед Кришной. Во Вриндаване есть это Этхапетха, деревня, и там Кришна являл четырехруку форму Нараяны. Он хотел обмануть их, но когда эти гопи искали Кришну и пришли к этому Кришне в форме четырехрукого Нараяны, они подумали, что это не наш Кришна, это Нараяна, и ушли. И тогда Кришна обнаружил, какую любовь они имеют к нему, любое богатство, любые... Другие способы не удовлетворяют их, и поэтому он решил давать им свой даршан. И потом, когда гопи обыскали все леса и начали плакать от беспомощности, я привожу этот пример, чтобы показать состояние Шри Чайтаньи Махапрабху. И вот Бхагаватам описывается: с одного леса до другого они бегали и искали Кришну в глухих лесах. Они кричали: «О Кришна, где же ты? Мы умираем без тебя». И в итоге Кришна был вынужден прийти. Адирува Бава. Когда Шри Чайтанья Махапрабху пришел в Пурушоттам Даму и пошел, чтобы на даршан к Джаганнатху, он хотел обнять его, поскольку он видел Нандананда Шри Кришну с Радхарани, в обнимку с Радхарани. Шри Чайтанья Махапрабху не мог остановиться. Он сам Кришна, но показывает нам, как нужно любить Кришну, какое чувство должно быть в нашем сердце. И вот Шри Чайтанья Махапрабху побежал, чтобы обнять Джаганнатха из-за своей огромной любви. Но так или иначе, он упал без сознания по дороге. И случайно там был Сарвабхаума Бхаттачарья. Можно, конечно, сказать, что Сарвабхаума Бхаттачарья был Майвади, но все же он родился в Видьянагаре, в Навадвипе. Он был Майвади, но удачливый был. И когда эти панды пришли к нему, к Махапрабху, и Сарвабхаума Бхаттачарья заступился за него, что не надо ничего делать. Судипто саттик бхав эй нилокена хай. Судипто саттик бхав. Поло судипто саттик бхав эй нилокена хай. И вот он сказал, что во всей вселенной такой бхавы невозможно найти эти признаки на теле этой великой личности. Я вижу, поэтому не трогайте, давайте посмотрим. Это было обнаружено с Сарвабхаума Бхаттачарья. Никто из панд не понял этого, только Сарвабхаума понял, что у него вот эта удивительная бхава, которая невозможна во всем мире. Он сказал: давайте посмотрим. И он решил Шри Чайтанья Махапрабху унести в свой дом. И в тот день я говорил, что такая бхава, которую мы видим в горе лили, в Шри Чайтанья лили, мы нигде, ни в каких шастрах, ни во всей истории, Хари-бхаджана, мы не можем найти ничего подобного, поскольку здесь Кришна и Радхарани вместе. Радхарани и Кришна, они вместе. И находим мы в этом больше великолепия. И вот судить, вот это судить саттик-бхава, это према.
когда гопи пришли к Кришне в форме четырех рукав Нараяна, они мимо прошли и не заметили. И потом они плакали, как сумасшедшие. Они искали Кришну по всем лесам. Они звали: «О Кришна, о Враджадонатан, где же ты?» На Враджавасе есть такой киртан. И это умонастроение в Раджавасе и Гопе. Куда же мы пойдем, чтобы найти тебя? Где ты есть? И Кришна вынужден был давать им даршан, этим Гопе. И вот манта значит... Манта значит мантан. И вот Кришна явился перед этими гопи. Он был несравненен. Его нельзя с кем-то сравнивать. И вот Шри Чайтанья Махапрабху хотел показать Бхаву Радхарани. Он хотел получить чувство Радхарани, почувствовать, что она чувствует. И поэтому это одна из причин явления Шри Чайтанья Махапрабху. Я говорил предыдущие года это, но я в этом раз я хочу сказать нечто новое о Прамататве. И вот Шрила Бхактинанда так говорит: до тех пор, пока вы находитесь в обусловленном состоянии, я имею в виду, ваше тонкое тело, оно ответственно за ваше следующее рождение. Ваше тонкое тело, оно ответственно за следующее рождение. А почему вы рождаетесь опять? Поскольку ваше тонкое тело есть. Карма, а там остатки кармы. Как вот в этой шлоке, шестой песни Бхагаватам. И вот эти полубоги, риши, муни, они тоже растеряны, не могут принять решение насчет чистой преданности. Муни и риши, они тоже не могут понять, что к чему. И таким образом, прямо это слово Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, что она подобна волшебству, через которое дживатма, она чувствует влечение к другой дживатме, но в материальном мире этот материальный мир искаженное отражение того трансцендентного мира. Будьте осторожны. И поэтому здесь то, что мы говорим, према, любовь, мы не можем сравнить это с тем трансцендентным, мы не можем сравнить с премой, поскольку према сварупа – это только Радхарани, она олицетворение, воплощение премы буквально. И Кришна тоже у него есть какие-то чувства, но то чувство Радхарани очень и очень редко, оно невозможно для понимания Кришны. И поэтому много раз я говорил, что если наша Гуру Варга и Шрила Прабхупада Бхактивинода Тхакура не служат так, как будто Кришна он больше значения им уделяют. И вот процедура премы любовного служения, она настолько уникальна, через которую Кришна может почувствовать, что я ничто перед моим настоящим слугой. Это главная техника. Перед преданным, таким великим преданным, Кришна чувствует себя ничем бесполезным. И это зовется настоящая према. И вот севья-таттва, она чувствует, что я ничто. Вот эта севья-таттва чувствует, что я ничто перед севак-таттвой.
И это зовется настоящая сева. Если вы можете совершать севу таким образом, то это очень хорошо. И через эту севу вы можете легко купить Кришну. Много раз Чайтанья Махапрабху говорил, что я продан вам. Махапрабху Шри Чайтанья Чайтамрити говорил, что я продан вам. Что это значит? Ваши прамасевы, я продан вам. Вам и Кришна также говорит, что Радхарани – это мой гуру. Радхика прем гуру амишишанат. Вот это шлоку. Что Радхика – это прем гуру. Радхарани – это олицетворение према. И вот он говорит, что Радхика – это мой гуру. И Кришна столько значения придает этой саваттве. Кришна, ты такие слова говорит. В Бхагаватам в первой шлоке, в первой песне вот эти слова говорятся, что ты Савигья Сарат, то никто не может контролировать тебя. Да. И в этой шлоке и говорится об этом, и поэтому ты Бхагавата, то, что никто никогда не может контролировать тебя. И Сиваттва тоже с Бхагаваттвой связаны, и поэтому Гуру Вайшнавы, Бхагаван, Дхамма, они оставляют за собой право не быть открытыми вашим органам чувств. И это называется уникальной татвой. Иначе, если мы можем измерить своего Гурудева, настолько он там высок, широк, худ или еще что-то, это не Гуру татва. Гуру татва, она не отлична от Бхагава татвы. Но все же мы должны осознать эту Гуру татву особым образом. Без осознания Гуру татвы мы не можем понять того Верховного Господа, мы не можем получить доступ к Нему. И вот это мое состояние. Я танцую по указанию Радхарани. Она делает меня танцующим, я ничто не могу сделать с этим. Према Бхактина Такур говорит, она подобна какому-то волшебству, через которое одна дживатма чувствует влечение к другой дживатме. И вот когда... Према, она неприменима к обусловленной душе. Но это то, что называется здесь любовью, это такая искаженная према. Но настоящая према, она есть в Апракритам Джагате. Это Аканда Васту. Прему мы не можем разделить на части. Према – это Аканда Васту, как Гуру Татва – это Аканда Татва. И према также Аканда Татва, неделимая татва, она иногда является в различных образах, в различных формах, но все же это она едина и неделима. И прама татва также неделима, как Бхакта и Бхагаван, они не отличны, так и прама. И вот смотрите, когда Кришна отправился в Дварку, то в то время из Двараки, Дваракаваси совершали, решили совершить ягью на в честь Сурья, этого Сурья Грахана, затмения солнца. И вот пригласили всех, разослали приглашение в Раджаваси, без приглашения пришли, поскольку это дом Кришны. Ну, как если вы его свадьба, вы отца не приглашаете, поскольку отец как бы с вами живет и не нуждается в приглашении. Также
все группы с Радхарани пришли. И вот они умирали буквально без Кришны, и поэтому они пришли, чтобы встретиться с Кришной. Они получили такую возможность, и вот Кришна встретился с ними. И вот Кришна пришел, чтобы встретиться с Радхарани, Лалитой Вишакха. Они все пришли, и в то время Радхарани сказала Кришне, что ты очень глуп, ты отправил Удава, чтобы научить нас йоге и гьяне. Что ты думаешь? У тебя нет здравого смысла. Он хотел научить нас йоге и гьяне. Те гопи, они не йоги, не гьяне. Что можно эти правила применять к ним? Как можно утешить их? Ты послал Удаву нам, чтобы он научил нас медитировать на твои лотосные стопы. А что это значит? Радхарани говорит, у тебя нет здравого смысла, ты не знаешь, что и когда делать. Ты ничего не знаешь, что отправил Удаву к нам, чтобы научить нас йоге и гьяне. И так Радхарани, она ругала Кришну. И вот в то время Радхарани говорила, что я не хочу ничего слушать. Я знаю, что ты, Кришна, приходил, чтобы встретить меня, но я хочу видеть твои лотосные стопы там, во Вриндаване. И то великолепие я не могу найти здесь. Здесь много всякой роскоши, тысячи слонов, лошадей, царская обстановка, но я хочу быть во Вриндаване. И в то время Радхарани, плача, сказала вот эти слова. Что Радхарани говорит, в случае других людей, их ум, он отличен от их сердца. Обусловленные души, их ум, он подобно ртути, он распыляется на различные вещи. И вот наш ум очень беспокоен, необуздан, что мы не можем контролировать его. И в этом опасность. И вот Радхарани говорит, смотрите, ум других, то, что и вот смотрите, сердце читта, оно принимает, читта подобно камере, оно собирает впечатления. И Махапрабху прямо приводит с Четтадарпанамарджаном, что или Гуруварга иногда приводит пример с водоемом, озером, в котором можно видеть свое отражение, но когда волны на этом озере или просто кинуть камень, то это изображение, отражение, оно искажается. В детстве вот мы ходили и плавали в этих водоемах. И вот и видели свое отражение там, но если кинуть камень, то это отражение искажалось на время. И также наше сердце, читта, оно подобно камере,
подобно этому озеру, в которое, если кинуть камень, это вишой, олицетворенный камнем, и тогда это отражение искажается, и ум беспокоится, и будхи, разум, он решает, что делать, а что не делать. И ложное эго, это ложное эго, оно очень опасно, но если это ложное эго, оно может стать чистым эго, чистым я, не ложным, а истинным я, и сам осознаю, что мы Кришнадас, и это мы надеемся обрести, развить эту шудасатвию к аханкару, иначе наша жизнь, она будет неуспешна. И вот Радхарани говорит, то, что в моем мой ум, он не отличен от Вриндавана. А для других людей то, что в уме и в сердце, это нечто разное, но мой ум, мое сердце, он не отличен от Вриндавана. Мой ум, сердце и Вриндаван, они не отличны. И если ты там вернешься во Вриндаван, то мы поймем, что ты пролил на нас свою полную милость, иначе мы не поверим тебе. Это состояние премы. Можно вспомнить случай с Удавой. Он хотел дать какие-то наставления гопи, но в итоге Удав был очень доволен, видя состояние Вриндавана. Удав сначала хотел утешить гопи, что их сердце горело в разлуке с Кришной, но Удав хотел как-то утешить их. Но в итоге, когда Удав обнаружил, что он просто глуп, и у него нет ничего, чтобы он мог дать этим гопи, гопи не гораздо более возвышены, чем он. Даже Кришна вечно благодарен этим гопи. В Гите мы можем найти такие слова. Кришна говорит их. Это мое решение. Если вы делаете что-то для меня, я отплачу вам так или иначе. Кришна тоже совершает баджан. Вы совершаете баджан, и Кришна тоже. Баджан значит сева. И что преданные делают, и Кришна тоже служение совершает, но Кришна очень умен, он может сказать так. Если вы будете совершать бхакти, то я отплачу вам, но в случае с Враджаваси Кришна не может так сказать. Кришна говорит, я не могу отплатить вам. Вы должны быть довольны своей возвышенностью. Я не могу отплатить вам. Если я буду жить как полубоги, и в этом случае я не смогу отплатить вам. И что же делать? Я очень благодарен вам, и это волшебство премы, которое может привести Кришну к нам. Без премы, как мы можем ожидать, что Кришна придет к нам перед Судасом Махараджем, Кришна тоже вынужден был явиться перед ним. И према — это единственный путь, через который мы можем обрести даршан Кришны. Что говорит о
даршане, ничего мы можем обрести даже, и вот мы должны буквально потеряться в Парамасагаре, в океане Премы. Махапрабху, когда принял саньясу, то он сказал, что сейчас я прыгну в этот Расасагар, океан Премы, океан Расы. И кто будет думать в таком случае, что о том, что случится завтра? Если кто-то думает об этом, то, несомненно, он не саду. Кави Канапу, он описывает это в монастырине Шри Чайтанья Махапрабху. Когда он, после того, как он принял саньясу, он говорит, что я прыгну в бесконечный океан. Прама красоты Раса Сагара. И кто в таком, будучи в таком состоянии, будет думать о том, что будет завтра или послезавтра? Это умонастроение саньясы, принятие саньясы, значит, принятие обета, пожертвовать всей своей жизнью ради Парамасивы. И это настоящее значение саньясы. Кришна не может отплатить таким, и поэтому говорит, что вы должны быть довольны своим великолепным настроением, великолепным чувством. Я не могу отплатить вам, это возможно только во Вриндаване. Все гопи, все враджаваси, они совершают такую прамасаву для Кришны, что Кришна, он буквально теряется в их преме. Кришна может танцевать перед гопи. Вот в детстве Кришна просил у них какие-то сладости, а гопи просили его сначала потанцевать перед ними, и потом они угощали его, и Кришна танцевал. И таким образом сейчас я прикоснусь к случаю Шри Чайтанья Махапрабху, какое смирение должно быть в нашем сердце. Кто мы на самом деле, если вы не почувствуете, что кто вы на самом деле, то чем больше вы разовьете свое смирение, чем больше потеряетесь в Кришна-преме, тем более вероятно, что вы получите великолепное экстатическое чувство. Мы хотим узнать ум и настроение Шри Чайтанья Махапрабху. Шри Чайтанья Махапрабху плачет и говорит, что у меня нет даже следа премы. Я бесполезен, я забочусь о своем теле, я как насекомое. У меня нет даже запаха премы к Кришне. Я пытаюсь снова и снова, чтобы обнаружить мою удачу, когда и поэтому Шри Чайтанья Махапрабху перед Гададхарам в Гае, он говорит, и это состояние премы. Если я люблю Кришну, то Кришна может выгнать меня, но все же я не жалуюсь. И поэтому Шрила Прабхупад говорил так: если вы совершаете настоящий Рагануга Баджан, вы не должны жаловаться ни на кого. Шрила Прабхупад говорил об этом: если вы жалуетесь на кого-то, это доказательство того, что вы не совершаете Кришна Баджан, великолепие Кришна Баджана, то в том, что он полон любви.
и есть вы полны радости и любви, то у вас нет возможности быть чем-то недовольным, поскольку когда вы обретете прему, то у вас не будет никакой нужды жаловаться на кого-либо. Если мы жалуемся и критикуем кого-то, это доказывает, что у нас нет премы. И вот Шрила Бхакти он такого приводит пример, что према мы не можем обрести прему. Према, она подобна заразной болезни. Мы должны заразиться от кого-то этой премы. Как вирусы такие заразные бывают, и мы также, если мы встретимся с премароги, те, кто имеют эту прему и будем служить ему, то тогда мы, эта према, она перейдет к нам. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что подобно облакам, два этих черных, темных облака, они соприкасаются и молния возникает. Можно видеть эту молнию, звук гомос слышать, и Бхактивинода Тхакур такой же пример приводит. Мы должны прийти в соприкосновение с настоящим преданным, у которого есть эта према в его сердце. Я в тот день говорил о настроении Рагхунатха Даса Госвами перед Радхарани. Он плакал и сказал: «О, Радхарани, если ты не простишь меня, я умру». И Радхарани. И вот так молился Радхарани. И Рагхунатха Дас Госвами, он говорит в этой молитве: «Возьми меня к своим лотосным стопам, иначе я обречен на смерть». И это умонастроение Агануга Бхакти. Если я буду говорить об этом месяц за месяцем, то мы не можем прикоснуться к великолепию Шичитани Махапрабху. У нас есть великая надежда, и такая надежда никогда не придет, возможность никогда не придет к нам за всю историю человеческой жизни. Но мы можем потерять это за всю историю всего человечества, такой великой возможности, такого дара, который принес Махапрабху. Мы не можем ожидать его. И эта према, она вечна, она уникальна. И Шри Чайтанья Махапрабху говорит так, что у меня нету ни капли любви к Кришне. Рупа Госвами выражает такое же настроение, Санатан Госвами тоже говорит об этом. Кришна Дас Кавирадж Госвами также. И автоматически, если я обрету это сокровище, то смирение, оно разовьется само в нашем сердце. Рупа Госвами говорит: Муха викара сушчу нистиванам ча бхавати. Сушчу нистиванам ча муха викара бхавати. So long, Prabhu Goswami was speaking. И вот Рупа Госвами говорит: когда я начал осознавать великолепие лотосных стоп Шри Кришны, то, что говорить о материальном общении, мне оно стало противно. Jadavadi mama mano Krishna padaravinde navarma rasadhyamarantu vasi. Когда я начал, обрел великолепную Кришна прему раса, новая и новая раса, она постоянно является мне, я потерял все свои материальные желания, что говорит о Яшу Цанге. Я не могу даже думать об этом. Когда я думаю об этом, то мне противно, хочется сплюнуть.
Я осознаю великолепие и превосходство Кришна Према над всем. И вот Удава, и даже Брахма плачет, кто нет, Шанкар Бхагаван, и он плачет, все плачут и молятся для обретения этой уникальной Премы. И Удав также говорит, когда Удав пошел сказать Кришне, что это причина, по которой я был послан в Раджа-даму, то я получил наставление от Гупи и вернулся. И Удава произнес такие слова. Шрути, смотрите, Пураны, они все ищут лотосные стопы Кришны. Но если мы будем следовать Кришне, то не поймем. Но сейчас у нас есть великая возможность понять Кришну, поскольку тот самый Кришна, он является в различных формах, меняет цвет своего тела. Он принял настроение Радхарани, и мы можем понять, что Кришна, он в форме Чайтанья Махапрабху. Он говорит о той Преме, которую он хотел обрести в Раджа-лиле. Но во Враджа-лиле очень легко неправильно понять Кришну. И поэтому Кришна принял форму Махапрабху, чтобы дать нам это чувство и испытать его самому. И вот если мы будем следовать Шри Чайтанья Махапрабху, то тогда мы сможем понять умонастроение Радхарани, Сваруп Шакти. Радхарани, она не отлична от Кришны, но кто-то может думать, что это какая-то женщина, это хорошо, что Шри Чайтанья Шри Кришна явился в форме Шри Чайтанья Махапрабху, чтобы показать нам точный путь, через который мы можем продвигаться и достичь цели Према-бхакти. Иначе опасность под именем Рагануга-бхакти ждет нас. Различные опасные ситуации могут возникнуть, не все это понимают. И вот Шри Чайтанья Махапрабху много. Я на Бенгале также буду говорить о том, как сколько правил и предписаний было у него, если вы будете, не все могут этому следовать, но постепенно, если вы разовьете прему от какого-либо саду-гуру или вайшнавов, то вы увидите, что это очень просто, легко, сухое отречение. Когда оно, пока оно есть в нашем сердце, мы чувствуем, что это практически невозможно. А когда мы обретем настоящую вайрагию, настоящее отречение, тогда это будет очень просто для нас. Это будет вайраги в виде зрелое отречение. И тогда вы очень просто сможете всему следовать. И вот я хочу напомнить ту шлоку, которую вы должны помнить. So any question there? No question?